11 декабря в Идеобоксону. Сегодня был первый раз, когда мне довелось стать ведущим на Music Bank и провести заключительную часть. Сегодня у меня на глазу был ячмень, поэтому я сомневался в своем внешнем виде. Я все думал, почему это должно было произойти сегодня. Но в итоге все прошло очень хорошо. На экране я выглядел как обычно, так что я доволен. Все сказали мне, что я очень хорошо справился. Поэтому, наверное, не стоит волноваться. Вот почему я закрываю глаза своими волосами. В общем, на сегодняшней съемке для Music Bank я сделал все, что мог, и результат вышел хорошим. Это был наш последний день на Music Bank. Я это еще не осознал, но чувствую себя отлично, потому что стал особым ведущим и провел концовку в последний день. Я дебютировал относительно поздно, так что не могу посещать много музыкальных программ. Но думаю, что нахожусь на впечатляющем дебютном пути. Так что я доволен работой, которую я делаю, так же, как и остальные. Прошло уже 2 недели с момента нашего дебюта. Я все еще не чувствую себя уставшим. Такое чувство, что скоро вся деятельность, связанная с продвижением, закончится. Я не хочу сожалеть в будущем. Поэтому я хочу сделать все возможное. Да. Вообще, я довольно часто засыпаю в перерывах. Но я отдаю все свои силы на сцене для достижения лучшего результата. Чем больше раз я поднимаюсь на сцену, тем быстрее совершенствуюсь. Я более расслаблен, когда нахожу камеру и вижу, что выгляжу лучше на экране. Думаю, поэтому и говорят, что сценический опыт важен. С опытом я надеюсь стать как другие артисты, показывать отличные выступления и стать лучшей версией себя. После сегодняшнего опыта я задумался о том, что хочу показать фанатам свою лучшую сторону и надеюсь, что в будущем будет много возможностей. На этом я закончу сегодняшний видеоблог. Пока! Озвучивала Рен. За субтитры благодарим фан-саб-группу Мюлаб.